Ну что ж, друзья, наидобрейшего всем времени суток, с вами, как всегда, Дог Браун, мы продолжаем катать Horizon Zero Dawn, и у нас сегодня все начинается с того, что мы пообещали добыть кроликов, так как старушенция, совершенно чокнутая старушенция, видите ли, ни спасибо нам сказать не может, ничего не может даже... Блин, по-человечески поблагодарить, но, видите ли, жрать ей хочется, и она делает вид, что молится богине якобы. Но вот как-то... Есть один. Кроля укатывается! Кроля, ты куда? Кролик. Сочное мясо. 2 из 5. Так, слушай, я же могу пользоваться визором даже в обычной охоте. Шкура кролика, жирное мясо. Да будьте мясо, 3 из 5. Ну-ка. Слушай, здесь реально кроликов просто дофигища. Так, давай-ка аккуратненько. Трава сильно высокая, густая, их плохо видно. Ну уже остановись. Не того, так кого-то одного я... Я же говорю, кого-то из вас, но я таки поймаю. Кроля, стой! Кроля укатывается, есть. Грата сказала, что забыла чётки на восточном утёсе. Это недалеко. Почему я уверен, что мне сейчас придется... Ну... Как раз там рыскари, нормально. Что... Что эта старуха вообще здесь сделала, а? Серьезно. 3 рыскаря. Нет, я могу их даже зарашить без особо. Изи. Еще и затаримся ништяками. Еще и зелеными прикольными ништяками. Так. Пойдем искать. Вера верой, но чтобы забраться на уступ быстрым путем, нужны сильные руки. Это да. Куда же мне? Доберитесь до утеса. Ладно.
Так, подожди. Пошел паркур. У меня сейчас к бабке будет большой вопрос. Если я сюда лезу вот так, как она, бляха-муха, сюда залезла? А то что-то я особо подъемчика-то сюда как-то и не вижу. Укромное местечко. Так. Понятно. Обалдеть. У меня к бабке будет слишком много вопросов. Что-то она офигела там сидеть. Постоянно просить, даже не благодарить, но вот это вот, вот таким вот заниматься. Ты же такая, у меня такие слабые кости, короче, знаешь. Опа. Сейчас на самом деле кажется, что здесь есть какой-то нормальный легкий подъем. Четкие граты, да, есть. Ага, вот и четки. Теперь понятно, зачем она сюда ходит. Отсюда видны врата матери. Я даже не знаю, что досаднее всего. То, что она меня игнорирует, или то, что в своих молитвах она хоть не одинока. Блин. Что такое врата матери? Подожди, вот это врата руины. Что такое врата матери? Знаете, что самое интересное? Мы избегали тут максимум какой-то пятачок такой несчастный. А по большому счету тут карта просто огромнейшая. Вау! А вот это сейчас было обалденно круто. Да не айкой, все ж нормально, чё ты. Ходим, травку собираем. Ну-ка, давай. Готово. А то что-то я как-то за камни совсем стал забывать, а ведь ими реально удобно пользоваться. Красный свет. Опа. Опа, а дудки. А как насчет нет? Рыскари это что-то, ну такое. Не особо страшное. Берем пока есть. О, ты, блин, да ты читаешь мои мысли, Элой. По принципу дают бери, бьют беги. Вон сюда нам. Так, и надо еще, конечно, освоиться с быстрым перемещением, но пока до этого руки еще просто банально не дошли.
Блин, я буду восхищаться графикой в этой игре очень долго. Кто бы что ни втирал, кто бы что ни рассказывал, там... Картинка бесподобна. Просто вот она очень... Просто, ну... Офигенно смотрится, короче. Я в восторге. Я люблю такие вот оттенки, эти цвета вот такие яркие. А вот и брата. Наедине с великой матерью. Как всегда. Ну, без изменений. Поздравляю. Великая мать вновь даровала вам кроликов. Чётки я тоже нашла, но больше не теряйте. Великая мать, каждое утро я вижу на листьях твои сверкающие слезы радости. Слезы от красоты, что ты сотворила. Видишь, я плачу вместе с тобой от благодарности. С ней поплачете, а мне слова не скажете? Ладно, да понятно, что это... Понятно, что это тебе. Меня какое-то время не будет. Я ухожу на инициацию. И не знаю, что случится после обряда. О, мать, я благодарю тебя за твою доброту. В час инициации даруй свою милость воину с самым добрым сердцем и щедрой душой. Я, кажется, вас поняла. Прощайте, Града. Странная бабка на самом деле, но... Услышь, как я перебираю на этих четках годы своего служения. Косарь опыта, уровень. Услышь мои слова. Так же... Так. Нам теперь аж вот сюда поговорить с Растом. Блин. Я слышу твой нежный шепот. Мне вот очень интересно на самом деле изготовление, предметы... Комплект быстрого перемещения. Жирное мясо. То есть... То есть, что такое комплект быстрого перемещения? Предмет позволяет один раз переместиться в к обнаруженному костру или поселению. То есть, но мы должны заготовить для этого припасы. То есть, у нас есть древесина для костра, как бы, мясо и... костистое мясо. То есть вот если это будет, можно будет крафтить и перемещаться. А иначе будь любезен просто бегать, собственно, своими ножками, своими. Так, я думаю, мы сейчас маханем к Расту. Хотя у меня здесь тоже вот, блин, интересно, очень интересно, но... Нет, надо. Инициация никуда не денется, вообще никуда, надо. Я лечу. Блин. Ой, ну ты... Ну ты это, не перегибай. Чё, где вообще? Опа! Кайф. Бром, где ты? Обалдеть, как я не выкупал от того, что есть вот такая вот... Стелс-фишка. Там Алара Бром, ищет... Ты меня слышишь? А чё ж ты там сверху-то орёшь? Человек, Алара. Давай хотя бы попробуем узнать, что там им надо.
Казалось бы, изгой изгоем, а смотри, помогаем людям тоже. Ну и... Я слышу, и пол леса тебя слышит, и Бром тебя тоже слышит. Оп, давай. Ну? Пожалуйста, вернись ко мне. Ну и что случилось? Поделишься? Кого ты там зовешь? Нужна помощь? Я ничего не имею против изгоев, поверь. Но ведь нам нельзя с тобой разговаривать. Тут нет других желающих помочь. Ты права. Прости, я не хотела тебя обидеть. Моего брата изгнали, но его срок уже прошел. Он должен был вернуться, но не вернулся. А его лагерь залит кровью. За что твоего брата изгнали? Пообщаемся. Он был не такой, как все. Немного чудной. Один жестокий охотник постоянно над ним издевался. Я отошла всего на час. Охотник опять полез на него с кулаками. Но тут Бром дал сдачи, взял камень и раскроил ему череп. Он сказал, это духи ему велели. Шепот забытых. Изгой на 10 лет. И зачем я тогда ушла? 10 лет. Каких еще забытых? Богиня проклинает нераскаявшихся богохульников. Изгоняет из своей вечной памяти. Эти проклятые духи есть забытые. Бром утверждал, что они отдают ему приказы. Это была тяжкая ноша, и я ничем не могла ему помочь. Но он просто двинутый. Зачем ты пришла сюда одна? Каждый день я делала засечку на стене. Срок Брома прошел. Еще 3 засечки. Но он до сих пор не вернулся. Я упросила матриархов послать за ним воинов. И все, что они нашли, залитый кровью лагерь. Воины говорят, он погиб. Но я должна знать точно. Вот и пошла его искать. Ты не искала его, ты села на скале и орешь-зовешь. То есть лагерь твоего брата залит кровью? Так сказали воины, которые пошли его искать. Я не могу больше ни о чем думать. Неужели он погиб? Или только ранен? Он страдает? Как можно ему помочь? Не могу, я должна знать. Постараюсь. Ну ладно. Черт с тобой. Я пойду с тобой. Я тебе не помешаю, вот увидишь. Сиди лучше здесь. Одной мне проще. Намного. Ну, как скажешь. Только найди его. Умоляю. Рука, нога, палец, голова. Устроят, если я принесу? Ну, я думаю, устроят. Так. Ох ты ж, ё-моё. Доберитесь до лагеря Брома. Не так уж далеко он... Жил, так сказать. Зона обитания падальщиков. Вот зона обитания падальщиков, вот это не есть хорошо. Боже ж ты мой. Я путаю прыжок и кувырок. Ну так, самую малость. Камень, нет свободного места. Ну, камни там не особо и не нужны. Если бы у меня был какой-то нормальный торговец, можно было бы... Может, и я сдохну, а не он.
Воу. А вот это больно. Я понял, что делают падальщики. Вот и все. Готово. Получен приз. Сбить 10 компонентов. Это было круто. Вот они, есть. Живучая травка. Ты не подавишься. Собираю все, абсолютно. Слушай, падальщики реально разбирают остатки, смотри, то есть вот тут лежит один готовый, и они просто вот уже, смотри, там фигня осталась, то есть они реально разбирают на куски, и, видимо, куда-то потом это относят. Они выполняют свою роль. Причем, видимо, немаловажную. Это все нам надо, это все на крафт. Понеслась. Я практически уверен, что... О, мяско, замечательно. Хотя нет, давай, знаешь, как сделаем? Давай сделаем проще. Все. Закрафтили. И погнали, короче. Давай. В общем, на животных тоже надо охотиться, потому что иначе не видать мне быстрых переходов. Опа. Так, я надеюсь, сейчас особых приключений я на свое же не найду. И музыка класс, и, блин, офигенная природа. Где-то индюка только что слышал. Ладно, нафиг, 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 нафиг. С индюками разберемся потом, ладно. Здесь все и закончится. Это, наверное, лагерь Бруно. Надо избавиться от этих расходов. Оп! Крови много, а тела нет. Надо разобраться. Да, пятна, конечно. От лагеря тянется дорожка из капель крови. Так. Прикинь, 10 лет жить вот так. Вот просто 10 лет. Вот, вот так вот. Это забей, наверное. Чей это нож?
Хотя, с другой стороны, он убийца, поэтому... Выходит, кто-то ранил Эмброма? Вон еще кровь. Слив тянется в ту сторону. Сейчас окажется, что все не так-то просто. Если ножом его ранили, то это уж точно не падальщики, не рыскари и вообще не машины абсолютно. Это кто-то из людей. Возможно, кто-то мстит за того самого охотника. Кто-то принес кровь в лагерь? Ведро с кровью? Здесь кровавая дорожка обрывается. Но должны были остаться другие следы. Может быть, Бром решил подстроить свою смерть, что ли? Ну, типа, чтобы все, по крайней мере, думали, что он умер. Индюк. Слушай, я начинаю привыкать. Говорят, стрелять неудобно на геймпаде. Да нормально, ребят. Абсолютно привычно. Так. Этих никто не поскочит. Ляк. Воу. Что-то вот это нехорошо. Воу-воу-воу-воу, не надо, не надо, родимая моя. Вот и все. Так, собственно, набираем все, что есть. Ой, это точно. Лишним оно уж точно не будет. Так, погнали. Давай-ка я дохилюсь до фула уже, так что полностью. Фул ХП мне нравится гораздо больше, чем покоцанная полоска. Слушай, что ж тут произошло? Окровавленный лагерь, нож в крови, ведро с кровью. Все походит так, как будто бы это какой-то развод, если честно. Следы идут в сторону колыбели матери. Слушай, это... Следы ведут дальше туда, к лагерю, я так... Кровь в лагере — это кровь этого кабана? Если это сделал Бром, зачем ему притворяться погибшим? Зачем он осквернил храм? Ну, я так понимаю, вот дальше следы идут. Он зарезал кабана и смазал все. Что
Я вас всех уделаю. Воу! Ах, больно. Готово. Блин, они так далеко и пасут меня. О, спадает, спадает нормально. Отлично. Фух. Мелюзга, понимаешь ли. Так, забираем. И, собственно... Похоже, это был Рыстик. Кто-то с ним расправится. Сейчас он ли не наш Бром? Вот серьезно, часом ли не Бром это был? Ну-ка, осмотреть. Если это Бром, он неплохой охотник. Да более чем. Так, ладно, двигаемся дальше. Бром явно куда-то далеко зашел на самом деле. Очень далеко. Вопрос только в том, на черта все это было делать. Кто-то забрал отсюда припасы. Бром в изгнании много лет. Зачем ему сейчас снаряжение? И куда же ты? О. Это припасы из тайника. Их забрали, а потом просто выбросили? Зачем? Что-то я вот тоже все никак не могу понять, что происходит. Может, он реально еще какой-то умалишенный? Обещайте! Я прыгну! Походу, да. Правда, я убью себя. Лучше уж себя, чем ее. Слышишь это? Ты психованный. Что ты творишь вообще? Правда, я убью себя. Лучше уж себя, чем ее. Ты не дух. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты отошел от края. Нет. Оставь меня. Не видишь, мне нужно время подумать. А как прикажете думать, когда все вокруг на тебя кричат? Я не кричу. Ты умеешь слушать. Так выслушай ты, что я хочу сказать. Они мне не велят. Но Алара говорила, если... Если видишь, кто говорит, слушай. Хорошо, я слушаю. Так-то лучше. Расскажи, что тебя тревожит? Духи забытых.
тех, кого прокляла богиня. Да что голоса, ты несешь, боже? Они не дают мне покоя. Они заставляют меня вредить людям. А вдруг, если я вернусь, они велят обидеть Алару. А я этого не допущу. Я лучше убью себя. А ты можешь их не слушать, Бром? Они и сейчас говорят. Они всегда со мной. Заботятся. Утешают. Помогают. Но иногда кричат. Когда он меня повалил, они закричали: «Разбей ему голову!» И я разбил. Бром, ты жив. Хвала Великой Матери. Прости, что увязалась. Я должна была знать, что с ним. Нет, 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 нет! Сестра, не надо! Я не смогу тебя защитить! Мне не нужна защита от тебя, Бром. Он боится, что духи настроят его против тебя. Или он тебя слушает? Да, так и было раньше. Он лишь раз ударил человека, и то защищаясь. Он убил человека. Я не хочу тебя обидеть, но забытые их шепот. Моя голова полна их криков. На самом деле он представляет угрозу, но... Бром не готов вернуться в племя, но тебе он не причинит вреда. Я присмотрел себе пещеру на горе Великой Матери. А ты сможешь меня навещать, если я буду стойким. Ты будешь стойким. Я помогу. А, молодец. Спасибо, Элой. Я позабочусь о нем. Пусть Великая Мать всегда помнит о тебе. И пусть забытые пройдут стороной. Обалдеть. Блин, целое детективное приключение. Выследить, найти, разобраться. О, мне что-то открылось. Приманки, походу, да? Вон налево термин хилка, камень и вот налево что-то. А, все, я понял. Это вот так выглядит, все, ясно. Блин, знаете, ребят, это офигенно. Мне лично очень все нравится, все просто бесподобно. Ну-ка, что мы еще имеем интересного? Квесты я вроде бы все висящие в Open World на данный момент сделал. Ну-ка, это кто? Не пишет пока что, я там еще толком не был. Есть еще у нас что-то здесь или нету? Похоже, что тут уже у нас ничего нету. И следующее, что нам нужно будет делать, это уже отправляться реально на инициацию, то есть к Расту. А, кстати, по поводу крафта, давай еще раз посмотрим. Да, могу сделать. Сумка для ресурсов забита. В смысле? Как так-то, ты чего? Сумка для оружия, для одежды, для ресурсов. Ну все, теперь должно быть. Есть. А теперь как это все работает? Вот тут костер, к примеру. Путешествие, R2, ну-ка. Да, подтверди. Да, работает, ребят, есть fast travel, и да, они работают так, как я и думал. То есть мы делаем припасы, и с помощью них можем фаст-тревелить. Хм, а это прикольно. Надо будет реально заняться охотой, чтобы наделать вот этих вот заготовок для фаст-тревела. Обалденно. Короче говоря, я в полном восторге. Мне все нравится. Надеюсь, вам тоже. На этом эта серия подходит к концу. Ждите продолжения. Блин, игра просто... просто бесподобна. Вот. Без преувеличения. Она просто шикарна.
красиво, интересно. В следующей серии пойдем по сюжету. На этом у меня все. Всем удачи, всем вам бобра и настроения. Пока-пока.